здоровья всем. Вот сегодня занимаюсь затиркой швов у плитки. Не знаю, так это везде вы это тоже, конечно, может это для вас не новость такая, как бы это. Таким вот шпателем, просто резиновым. Желательно побольше, побольше у меня нету. Берете, разводите затирку. Примерно такое, как сметана. Вот. И наносите такими движениями, как бы. Так, потом. И нанесли на метр квадратный, на 2 метра, как бы. Ну вот я таким пользуюсь. Мне так удобно, не знаю, как другим. Вот. Нанесли затирку, чуть подождали немножко. Ну как раз вы там так постепенно идете, сверху уже подсыхает. Берете воду потом чистую. Берете губку обычную такую, ну кухонную, которую посуду мою. Вот, мочите ее, отжимаете. И такими движениями как бы. Раз, ушел, протягивайте, как бы, забирайте. Потом раз. Я приближу. Чтобы видно было. Вот на дня, да? Только сейчас надо где-то попасть. Жик, где это у нас? Ага. Вот, да? Такими движениями раз. Здесь приходите, ходите так. Потом горизонтальные швы, да, трете влажной губкой. Вертикальные, да, проходите. Ну, как это, последний, так сказать, штрих. И получается у вас красиво и ровненько. О, все. И вот таким макаром затираете просто, и все. Да, забыл еще сказать. Затирать надо, как бы, вот я говорю, чуть-чуть, когда она как бы прихватится. Немножко. Вот когда подсохнет уже, вот эта мазня какая-то. Немножко. Увидите сами. И это. Главное, вот. Когда вот так сделаете, она, а на следующий день вы просто возьмете сухую тряпку. И как бы это. Раз, так сделаете. Только сухую. Мокрую не надо. У вас все осыпется, как бы это, и все. А потом можете влажную губку, ну, то есть чем-то протереть. А вот налет, если это, убирайте только сухой тряпкой, как бы, чтобы у вас все осыпалось. И потом, ну, это на следующий день. И, а иначе, если вы будете влажной, у вас каждый раз будет белиться, у вас и конца, и края не будет отделано. Вот.